После того, как я снял видео про то, как я ремонтировал топку печи с помощью огнепорного цемента и золы, да, я штукатурил, да, помните, да, вот здесь вот кирпич вывалился, да, и в этом месте тоже вот здесь. Вы попросили меня о том, чтобы я снял видео, в котором бы показал, что будет через месяц протопки с данным раствором. Ну и, наверное, заметили, да, что данный раствор додержится даже через 2 месяца протопки. Буквально только вот несколько дней назад я перестал топить. У нас вот в мае вроде бы, да, плюс 2 было. Поэтому топил печь. Ну, а что говорить там про март, конец марта, да, начало апреля. Там у нас по 2 раза приходилось топить даже. Минус 15-20 было. Хотя вроде бы весна, да? Ну, такая вот у нас в Сибири погода изменчивая. Иногда вот было, да, минус 15, да, 2 дня назад плюс 2 было. А сегодня уже плюс 30. Так что вот погода тут меняется резко. Ну, получается, вот данный раствор через 2 месяца протопки печи. Если хотите добиться идеального варианта, как я уже говорил в том видео, это ложить на горячую печь. Тогда будет идеальный вариант. Сохранится все полностью. У него свойства тогда будут особые свойства. Так, вот здесь я штукатурил тоже полностью эту стенку этим раствором. И, как наверное, помните, края, да? Вот в этом месте только немножко, чуть-чуть буквально. Но это из-за того, что плита при расширении она ломает раствор. Протопило слабо, тепловой зазор образовался небольшой. Чтобы надолго, на многие года замазал и забыл про на много лет про то, чтобы замазывать. Нужно протопить идеально так, чтобы плита раскалилась и была аж красная. Вот тогда хороший тепловой зазор создастся, и тогда ничего не произойдет. То есть она должна, да, при расширении хорошо повыгинать ее должно, да, создаться хороший тепловой зазор. Ну и тогда будет стоять годами. Так, еще вот о чем. Так, вот здесь, да. А здесь было так, что глина потом побелил, и она отвалилась. Ну, так происходит, да, знаете, да. Глина здесь раньше ее плохой, в общем, делали, использовали, к сожалению, глину плохую. Поэтому так вот и произошло. Ну, вот здесь тоже глина. Точно как только побелил, и вот потрескалась. Протопил и так вот. А вот там, где я замазывал, вот внизу, помните, да, вот. Вот нижняя часть. Видите, все нормально. Это вся нижняя часть я замазывал. Только вот в одном вот в этом месте. Потому что он приподнял, видно его. Углы вот здесь тоже, видите. Выгнутая, насколько она. При расширении, да, приподнимает, расширяет и так далее. А вот еще здесь, да, неделю продержался данный раствор. Ну, тут немного есть, по краям только осталось. Вот видите, здесь в щели в этой еще есть сам раствор. И здесь тоже вот щель была, я задел. И здесь только по краям остался. Неделю он стоял, хорошо топил по 2 раза в день. Через недельку отвалился. Понятно, да? Это плита постоянная, температура, нагрев мощный. Любой другой раствор даже после первой протопки не выдержит. Это получается 7 дней протопки. Причем хорошие, да, протопки.
Если использовать в местах, где нету такого, да, сильного большого расширения перепадов температур мощных, да, расширения металла, имею в виду, нету. Не в печи, а или в печи, но не там, не в плите, а в другом месте где-нибудь, да, где не так сильно нагревается, то тогда простоит годами. Вот такой данный раствор. То есть на металле он хорошо держится, но из-за сильного теплового расширения это произошло. Так что я надеюсь, ответил вам на ваш вопрос по поводу данного раствора, об его особенностях, да, что будет с ним через месяц протопки. В будущем хочу снять еще видео про то, как данный раствор поведет себя, например, на улице, ну, если использовать его как обычный цемент, то есть как, что будет с ним вообще. Там дорожки, допустим, заливать там, да, или делать плиты, кирпичи, или класть вот тоже на него, можно ли класть, да. Тоже часто мне задаете вопрос. Я говорил уже о том, что, например, если положить, допустим, кирпич на него, да, и он прилипает очень сильно. Вот внутри топки, да, да, где сильно нагревается, он очень сильно прилипает. Его потом я вот разбирал, когда топку. Тяжело это делать, очень сложно разбирать. Порой кирпич ломается, а не этот раствор. Но обычно печки-то делают не с целью разбирать их, да, навсегда. Разбирают только ремонт. Это вот топка и колодца, да. Если у вас там нету так, дверки, да, то кирпичом, да, и замазали. В таком случае, конечно, можно попроще что-нибудь глиной замазать или без просто золой с кипятком, да, без извести, да, замазал и все. Тут он не такой сильный крепкий, как с известью раствор. Но вот что будет с ним, с этим раствором, да, вот на улице, если его использовать, допустим, дом, кто-то, ну, вот вопросы задавал по поводу дома, да, если дом строить, например, потому что кому-то проще, допустим, приехал на котельную, да, там, привез несколько машин бесплатно этой золы, да, угольный, да, насобирал ее, тебе бесплатный материал дом построить, да. Там только останется соли немного надо, да, если с известью делаем. Это только известь, вот единственное, да, там купить надо будет еще. Но опять же, если... То есть намного дешевле это выходит, в любом случае. Опять же, это тем, у кого есть такой доступ, кто это может сделать, да. Кому-то проще пойти в магазин цемента купить, да. Ну, а у кого-то есть такая возможность, да, приехал в котельную, набрал там, если дом собирается строить или еще что-то глобально большое, задумываю. Ну, просто люди спрашивают меня разные, там, и с Индии там писали, там, тоже они задаются вопросом по поводу строительства, изобретения там каких-то из данного раствора. Поэтому буду пробовать, вот летом сейчас хочу проводить эксперименты данным раствором, потому что я еще даже сам не все знаю о нем. Поэтому не всегда я вам отвечаю на ваши комментарии, на такие вот. Потому что то, что я знаю, то и говорю. Если я чего-то не знаю, то и не говорю. Но обязательно постараюсь узнать, провести эксперимент, исследование, да, чтобы знать самому, как использовать данный раствор, что с ним делать и так далее.